Привет, друзья! Сегодня обзор на мега интересную винтовку. Как мы видим, это настоящая винтовка Мосина. Это частично правда. Здесь настоящая ложа 40-х годов выпуска. Здесь настоящие скобы спускового крючка, сам спусковой крючок, настоящие прицельные приспособления. Погонный ремень тоже раритет. Устройство для чистки ствола, шомпол. Здесь все по-настоящему. За исключением одной детали. Это пневматика. Переломка. На базе немецкой модели Berauch HW80. Мощная пневматика в калибре 4,5 мм. Это штучное изделие для нашего постоянного клиента. Вот, очень редкая модель. Точнее, она не редкая. Она handmade, то есть ручная работа. Очень качественная, красивая ручная работа. Иметь такую винтовку в коллекции, наверное, сейчас захочет каждый. Автоматический предохранитель. Вес, массогабаритные характеристики. Все соответствует раритету. Еще она стреляет. Это не просто массогабаритная модель, которую можно сейчас купить в магазинах, в принципе, за достаточно большие деньги, которая будет висеть там у вас на фоне ковра или стоять в гараже. Эта винтовка стреляет, ей можно пользоваться, получать удовольствие. Затвор, к сожалению, это только бутафория, но выглядит он очень реалистично. Затыльник металлический. Тоже все раритет. И запомните, такое продается только в Охотника.нет.